В развлекательном комплексе «Главрыба» в самом разгаре идет фестиваль «Главфест», посвященный открытию туристического сезона 2022. Второй день мероприятия был посвящен вечеру нашидов. Подробности в сюжете Карима Данеева. Улыбки слушателей и внимание к сцене были в этот вечер искренними. Это то, для чего фестиваль, собственно, и задумывался. Доставить радость всем посетителям и показать нашу культуру гостям республики. Второй день фестиваля «Главфест», приуроченного к открытию туристического сезона, получился не менее запоминающимся, чем первый. Те туристы, которые к нам приезжают, я на 200% уверен, им очень интересна именно наша культура. Это и есть наша культура, по сути, культура мусульман. Потом, когда с туристами лично общаешься, они даже такие сложные канонические вопросы задают. Естественно, это все им будет интересно. На сцене выступали популярные и всеми любимые исполнители нашидов Дагестана. Среди них Султан Трамов, Аслудин Юсупов, Заур Салихов, группа «Эхляс» и другие. Равнодушных среди зрителей в этот вечер не было. Очень приятно мне сегодня здесь побывать в Главрыбе и услышать этот вечер нашидов. Вот я очень рада. Мы сейчас только что подошли, да? Красиво пели сейчас. Здесь вообще замечательно. Нам здесь нравится. Альхамдулилла, что вот это и все, я не знаю, довольна я. Ну, как вы считаете, насколько необходимо проводить такую роль? Необходимо всегда. Да. В рамках фестиваля также проходит ярмарка изделий народных промыслов Республики Дагестан. Здесь представлены предметы старинного быта и прикладного искусства из разных районов нашего региона. Умар Шейхов – мастер в третьем поколении медно-чеканной посуды. Он представляет и чичалинские изделия. Сейчас мы научились чуть-чуть станком давить форму, потом ручкою. Вот так. Раньше полностью, вот эту большую кушню видишь, она полностью молотком сделана. Кайка, молотком, форма, все. И она много времени занимает. Фестиваль завершится 1 июня. Закрывать его будет уже вечер национальной музыки, где выступят всеми любимые артисты дагестанской эстрады. В этот же день определится и победитель розыгрыша сертификата на трехдневный отпуск «Все включено» в развлекательном комплексе «Главрыба», куда входит и проживание в VIP-домике. Организаторы приглашают всех желающих участвовать в мероприятии. Вход свободный. Карим Даниев, Дауд Гасанов, новости ННТ, Зубутли.